Всем привет, с вами Алекс. Нестандартное видео. Сейчас вам покажу, как сделать прицел в CSGO. Настроить его, вот это все сделать. Итак, начнем. Когда вы заходите на карту, ссылка будет в описании. Вы видите вот эту вот штуку. Табло, можно так сказать. Вот, все. Я могу даже вот так вот сделать, смотрите. Допустим, такой прицел. Чтобы он у нас двигался, когда вы стреляете. Цвет можно менять. Вот. Понятно, короче. А также, когда вы нажимаете на Style 4, вот это высвечивается. Если вы можете выбрать, насколько гимбл. Вот. Или без верхней палочки. Вот. Но также здесь есть такая таблица, где команды CSGO. Допустим, вот, я не знаю, Virtus Pro. Вам такой прицел понравился, выходите, вот так нажимаете сейф. Если потом болит вдруг такой, нажимаете. Вот. Также есть такая же таблица. Таблица только другая. Можете вот эти брать. Вот. Но мне больше всего нравится вот этот прицел. Я с ним играю. А, сейчас там. Вот так. Вот, можете посмотреть. Когда вы заходите сюда, вас встречают боты. Да. Помогать. Ну, вы можете поменять локацию. Если вам не нравится, то все, можете просто сделать, знаете, просто на серый фон. Также могу показать вам пасхалки этой карты. Вот. Смотрите. Вот, да. Вы стреляете по этой стенке, которая вот находится. Вы выходите налево, налево, и вот он. Постреляете. Нажимаем так. Понятно, короче. Также так. Смотрите. Я вам скажу, вы включаете новый клип, как консоль пишем. Новый клип. Он скачается, и выйдет вот сюда. А, нет, да, вот сюда. Это где находится вот эта вот штука? В нее просто влетаем и летим. Вот. Видите, такая штука есть. Нажимаем. То же самое. Сложнее. Он сразу быстро летает. Все ускоряется. Но вы можете поменять. Да. Убрать оружие. Вот. Так может как будто легче будет. Когда вы промахиваете, жизни не убираются. Они просто тогда, когда не вот. Вот, это телепорт обратно. Букву я нажимаю. Ну вот, я, в принципе, слал все, что хотел. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.